1 августа в Казани состоялась церемония открытия чемпионата России среди студентов по гребле на байдарках и каноэ. Турнир в эти дни проходит в Центре гребных видов спорта. Его участниками стали 104 спортсмена, представители 27 вузов России. Чемпионат является тестовым мероприятием для организаторов 27-й Всемирной летней универсиады. Он поможет оценить степень готовности всех функций к проведению Всемирных студенческих игр. Участие в торжественной церемонии приняли заместитель министра спорта Российской Федерации Юрий Нагорных и министр по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан Рафис Бурганов. Позже в интервью представителям СМИ Юрий Нагорных отметил, что столица Татарстана уже почти готова к проведению универсиады 2013. Казань сегодня, наверное, уже наводит лоск. На дорогах ведутся работы по замене асфальта, заканчиваются строительство 15 автомобильных развязок. То есть сегодня город уже приступил к благоустройству, к наведению, что называется, красоты. Но сделан просто колоссальный, громадный объем работы. И мы нисколько не сомневаемся, что все работы запланированы будут закончены. И в Казани состоится прекрасная Всемирная универсиада. Заместитель генерального директора исполнительной дирекции «Казань-2013» Азат Кадыров, в свою очередь, отметил, что турнир посвящен отбору спортсменов для участия в чемпионате мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ. Нам, конечно, хочется, чтобы наши местные гребцы выступили и сегодня хорошо, попали в состав сборной в первую очередь. Это задача номер один на сегодняшний день. Ну и, безусловно, буквально уже через 26 дней, когда здесь начнутся старты мирового первенства, чтобы тоже на флагштоках во время церемонии награждения развивался российский флаг, а на пьедестале стояли наши ребята, наши казанские гребцы. Мы очень на это рассчитываем и верим, что это им по силам. Чемпионат мира среди студентов по гребным видам спорта стартует в Казани 27 августа. Ирина Игоренко, Камиль Исмаил, специально для Казань 2013.ру.